Здравствуйте, друзья! С вами канал Простой Училка. Я Елена Владимировна и моя шикарная ученица, умничка Ульяна. Всем приветик! Сегодня мы покажем вам, ребята, вопросительную форму глагола to be. Скажи что-нибудь. Что сказать? Умничка, нам объясни, почему мы будем делать вот так. Мы будем делать такой жест, потому что... Местоимения уходят на второй план, а сам глагол становится на первый. То есть мы сначала пишем глагол, а потом уже ставим местоимение. Давайте попробуем, как это работает. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Если вы вот так вот выучите глагол to be во всех временах и формах, то у вас по спотлайту всегда будет не ниже четверки. Да, Ульян? Да. А на сегодня это все. С вами был канал Простой Училка. Я Елена Владимировна и моя умничка Ульяна. Всем пока!